одного из ведущих проекта «Звездный лед» Евгений Плющенко, который вполне серьезно собирается, в том числе и подготовиться к следующей Олимпиаде. Сумеет ли? Потому что одно дело шоу-бизнес и мощная программа, и совсем другое профессиональный спорт, и больше правил изменить в фигурном катании. Ну, это чтобы подготовиться к этому, надо просто уйти с головой, в общем, от всех камер просто уйти, так и тупо. Я не знаю, на каком, где тебя никто не видит, тупо тренироваться. Но потенциала Плющенко хватит, если вдруг уйдет, скажем, через год в спорт? Надо уже уйти. Уже надо уходить и тренироваться, соревноваться, выступать, потому что так взял и вышел, и вдруг все получилось. Это очень-очень непонятно. Это виртуальный мир, нереальный. Реально тупо долбить каждый там, месяц, выступать, именно соревноваться и тому подобное. Лен, спасибо, что пришли. Елена Бережная была нашим гостем. Ну что ж, что касается Евгения Плющенко, верим, что успешно отработав на проекте «Звездный лед», он все-таки вспомнит о своем спортивном предназначении и постарается побороться за еще одну золотую олимпийскую медаль. Сразу после небольшой...